Сегодня Министерство финансов представило проект макета первого в России бюджета для граждан, который подготовили мы. Готовились в течение месяца. Это результат работы рабочей группы по формированию бюджета для граждан, в которой участвуют и открытое правительство, и сотрудники Министерства финансов, и экспертное сообщество. Бюджет для граждан – это не сколько результат, сколько процесс. Он может реализован быть и через размещение постоянно актуализированной информации на самых различных сайтах, организацию форумов, общественных обсуждений. Но один из его элементов – это само по себе издание. Вот это издание мы сейчас планируем сделать в виде набора слайдов. Примерно 200 слайдов, раскрывающих шаг за шагом процесс того, как формируется бюджет, почему расходы распределяются так или иначе, что каждый гражданин может увидеть для себя в этом бюджете. Но еще раз, это не более чем повод для того, чтобы начать вокруг вот этого процесса обсуждение всех любых других возможных способов вовлечения граждан в бюджетный процесс. В настоящее время макет насчитывает около 180 сюжетов о бюджете. В основном это сюжеты, посвященные федеральному бюджету, но есть и общие вопросы бюджетной системы. Макет находится на стадии высокой степени готовности. Мы планируем его направить в открытое правительство к 20 сентября. И к 1 октября разместить на сайте Минфина уже тоже достаточно высокой степени готовности версию макета, в которой будут уже цифры к проекту закона о бюджете уточненные. И чтобы удовлетворить требования международного бюджетного партнерства, мы обязаны представить его к 1 октября.